заходим в батюшки дом на трапезу после воскресного богослужения. Да хороший, хороший, не переживайте. Буду нафоткаться только с петухами. Да ладно тебе, не думай. Ну да, по сути, это не так важно. Да. Туда шутки. Вот. Там тоже главное не перепутать кепки свои. Разберемся. Ручки выйти, да? Ручки. Мир дома всему. Скромно так. Отче наш, иже си на небесе, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Святому Духу имени Христа и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христе Боже, благослови ясти и питье рабом Твоим, яко свят еси, всегда, ныне и присно, и во веки веков.